умеет дружно работать. Называется стаккато. Стаккато. Скажи, пожалуйста, почему вы так назвались? Потому что мы веселые, озорные, мы любим поиграть, попрыгать. А скажи, пожалуйста, какая связь, вот какое слово более точно отражает штрих стаккато? Попрыгать, поиграть. Прыгать, верно. Прыгать. Согласны? Да. Согласны. Так, поздравляю. Команда стаккато. Пожалуйста, капитан Дисканей, название своей команды. Священно. Потому что мы все время будем пытаться подниматься вверх. Как можно выше и выше. Понятно, да? И мы заметили, что команда стаккато оказалась смекалистей. Быстрее. Пожалуйста. Штрихи, конечно, знаем. Коля, отрывистая игра, но это будет штрих стаккато, вам известно, вы же. Понятно. Ну, говори, проговаривай. Лера, пожалуйста. Будем весело играть, весело определять, знает каждый знамя порт, этот лад зовут мажор. Да, весело, лад, мажор. Так, Анечка. Если ноты постепенно вдруг сыграем мы подряд, перед нами несомненно получился звукоряд. Номер пьесы музыкальной, который нужно прочитать с листа в ансамбле с Ириной Бобной. Понятно? Так, значит, сейчас мы выбираем билетики. Получает. Ну, мы будем все. Как учиться?